Император Александр обладал очень своеобразным чувством юмора. Однажды ему доложили, что некто Воробьев, мещанин, выпивая в трактире, повел себя крайне непристойно, то есть напился, стал сквернословить, и тогда даже целовальник сделал ему замечание, говорит: «Ты выражаешься непристойно в присутствии государя-императора». По обычаю того времени во всех публичных местах висел портрет императора. Обозленный этим замечанием, Воробьев якобы воскликнул: «Плюю я на вашего императора!» Естественно, он был задержан полицией и обвинен в оскорблении величества. Поскольку дело считалось по тем временам довольно серьезным, оно дошло до императора Александра III, который, прочитав это дело, нанес следующую резолюцию: «Отпустите дурака домой и передайте ему, что я тоже плюю на него».